Утро-то начинается не с кофе. Утро начинается с культуры заноса. А, я знаю, что вы все в курсе и все такое. Но... Кстати, деда совсем забыл, что культура заноса есть еще и в Москве. Дрифт — это очень дорого, а вот культура заноса дает возможность погрузиться в жизнь дрифта, не платя прямо вот эти миллионы, миллиарды, триллиардов. Так что... Сегодня будет жарко не только в плане погоды, но и в плане того, что будет происходить на треке. Мы попробуем обучиться дрифту, по крайней мере, каким-то азам, и попробуем сделать несколько упражнений.